Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите про сегодняшнюю игру, впечатления, эмоции. Ну, сегодня игра была с Шеффилдом, с английской премьер-лиги. Соперник неуступчивый. И на каком участке поля. Очень энергичная игра была на протяжении обоих таймов. Не сбавляли обороты и те, и другие. Благодаря этому возникали, конечно, ошибки у наших ворот и у ихних, но мы воспользовались своими шансами, забили. Пропустили, но будем работать дальше над ошибками, будем готовиться к ответному матчу. Как считаешь, ответная игра будет серьезная, либо еще... Как? Да, ответная игра будет посерьезнее, чем эта, потому что соперники встречались впервые, присматривались друг к другу, как бы контрольная игра будет вторая. То есть кого там выделишь, все решится. Кого вы выделишь из команды соперника? Кто там из команды соперников? Защитник у них неплохой, центральный, высокий. Верховые мячи, очень с ним сложно бороться. Плюс нападение быстрое, бегущее. Но сумели вовремя понять их специфику и вовремя перестроиться, закрыть все свои ошибки. Как судейство? Судейство вполне разумное, все классно. Спасибо. С победой и удачи в дальнейшем. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите про сегодняшнюю игру, что у вас получалось, что не получалось. Ну и в целом по игре давайте пройдемся. Ну, результат мы проиграли 1-3. Я бы не сказал, что команда Ростов прям нас обыграла. Я не увидел класса у этой команды. Я увидел напористость, удары вперед. И я не бы сказал, что просто нас раскатали, разорвали и так далее. Это все ерунда, это лишь течение обстоятельств. Я прежде всего хочу сказать, что команда Ростов не на классе выиграла. А вообще, по игре, если глянуть, мы играли хорошо. Ребятам большое спасибо. Выполняли много установок, что как не сказано, как неожиданно, скажем так. Но вот это та игра, которая прям вот выполняли все, что я просил. Вот за эти 6, сколько там, 10 туров мы играли. Ребята делали то, что прям я хочу видеть в команде. Если мы так будем играть, ближайшие результаты гораздо будут лучше. То есть я могу сказать спасибо ребятам за качественную игру. А счет не по игре, просто вылет, выстрел там и так далее. Но есть ответная игра еще. Так что будет... 1-3, которая, да. Ну, да, то есть попытаемся разобрать, уже знаем, насколько соперник силен. Да, вы правильно сказали, что следующая игра как раз-таки покажет, насколько там мои слова или ребята, вот то, что мы выиграем команду, значит, мы делаем все правильно. Если, скажем так, не выиграем, значит, что-то делаем не так, надо добираться. Добирать, да. Карен отсудил хорошо, проблем не было, все в порядке. Ну, могу сказать, что команда Ростов очень жесткая, грубоватая команда. Мы все-таки хотим играть в футбол. То есть нам нравится играть в футбол. Но есть моменты, когда люди зачем-то прыгают, не понимают, что им надо завтра всем надо идти на работу, в институт и так далее. Существует проблема в лиге прям колоссальная. Я не знаю, хочется, конечно, обратить внимание, что все на это обращали. Ну вот Ростов грубоватая команда. Я своих футболистов еле сдерживал, скажу честно. То есть я требую от них от этого и так далее. Ну вот, в принципе, вот такая вот игра. Моим командам большое спасибо. Шеффилд Юнайтед пока проиграл 1-3 Ростову. Удачи вам. Встретимся в следующей игре. Здоровья вам. Всего хорошего. Спасибо.